Приветствую вас на нашем канале, посвященному ремонту квартир своими руками. В данном видеоролике хочу маленько вот рассказать о ОСБ-плите. Материал мне, в принципе, очень понравился, так как им удобно работать. Вот это я все сделал вообще один. То есть я даже залез на крышу он туда и в одного все это поприкрутил. То есть все вот эти вот листы, они легкие. И в принципе легко все это прикручивается. Что тут до этого было, это, конечно, вообще ужас. Мы когда дом покупали, это капец был. А сейчас вот уже как бы более-менее начался вид. Ну, конечно, их надо будет еще сверху что-то делать. Еще не знаю, то ли штукатурить, красить, то ли делать эту, не знаю, какую-нибудь, может, декоративную там. Ну, сайдинг смысла нет, наверное, буду красить все-таки. Ну вот, получается, сделал это в начале лета. Сейчас вот уже ближе дело к осени. Ну вот, дожди, в принципе, часто идут. Вот можно посмотреть. Плита ОСБ девятка. В принципе, она стоит, в принципе, нормально. Я думаю, она года два вот так вот может вообще просто стоять. Хотя видно, конечно, что вот кое-где начались. Там, возбухает. Но как бы это... В принципе, потом, если под штукатурку, мне кажется, это даже года два может стоять. Просто потом заштукатурить. И все. Вообще все нормально. С той стороны обойду. А так она как гипсокартон. Ну, а там надо будет еще швы заделать. Сейчас вот еще буду заниматься верандой из арболитовых блоков. Ну, в общем-то, все, пока.